Так, только что записал обзор на танцы на льду, так что бегом смотреть на Boosty. К сожалению, ничего не поменялось после короткой программы, качество катания осталось таким же, то есть никаким. Ну, если что-то отмечать, то опять, например, лучшее платье было у Сони из Польши. Прям отлично, еще бы чуть-чуть покороче, будет прям идеальное. Что касается выступлений, наиболее такая очаровательная пара – это опять малыши, это Оливка и Дилан из США. Ну и лучшие постановки, но, к сожалению, не исполнения – это французы и швейцарцы. Ну, французов еще более-менее, мы о них говорили еще на прошлой неделе. А у швейцарцев там прям такой музыкальный акцент в середине программы, так музыка развивается, и они просто ползут, это просто бегают по льду, отвратительное исполнение, а постановка замечательная. Поэтому еще раз, лучшее платье у Сони из Польши, лучшая пара Оливка и Дилан, лучшие программы – это французы и швейцарцы, именно постановки, а не исполнение. Полный обзор на Boosty, так что бегом туда подписываться.